cape. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в дополнительном уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке я хочу вам показать всеми любимый эффект вот таких вот частиц. Вы видите, я вожу мышкой по фону, и мышку преследуют вот такие вот интересные частицы, элементы, да? Там настроек практически нет, виджет встает по ширине в 100%, вы можете только поменять цвета вот данным частицам. Дальше. В этом виджете есть еще два эффекта. Давайте посмотрим второй эффект. Второй эффект у нас просто вот такой всплеск, так сказать, вот таких вот отрывков или отрезков разноцветной бумаги, да, где-то пригодится. И третья часть данного виджета тоже достаточно интересная. Это вот такие взмывающие пузырьки снизу. Также здесь меняется только цвет. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. После того, как вы установили виджет, раскроете папочку в библиотеке и увидите вот тут три элемента. Они одновременно вместе на одной странице не работают. То есть только по одному на каждую страницу. Просто переносите виджет, вы видите, он встает по ширине в 100%. Его можно лишь сделать по высоте больше, потянув за маркерок. И у него, видите, только два цвета. Можно выбрать их здесь. То есть это у нас вот эти вот частицы. Первый вариант. Вот вы видите, да? Я поменял цвета. Кругляшки вот эти вот сделал красным. А сами вот эти вот направляющие светло-желтым. Вторая часть виджета переносим. Здесь у нас вот эти вот отрезки как будто от бумаги. Здесь вот можно назначить в настройках только цвета данным бумагам. И как бы как уже смотрится, вы уже видели. И третий вариант. Мне он больше всего нравится. Вот тоже можно поменять цвет, только лишь больше настроек здесь нет. Вот тут красные практически на этом фоне, их не видно, да? В общем, вот такой виджет. На этом я заканчиваю этот видеоурок и увидимся с вами в следующем.